Доброй ночи, мои любимые зрители. Ну, как всегда, я хочу вам рассказать одну интересную вещь. 12 и 11 июля в ночном клубе «Пикап» на Адмиральском проспекте 33А произойдет феерическое шоу при участии моих любимых подружек. Наших гостей из города Харькова, Карлины Любошину и, конечно же, Дивы Кристал. Они настолько обворожительные, настолько женственные, привлекательные, что вам просто несет башку, как иногда сносит мне, потому что если бы я не сносила башку, здесь мужчина, не отвлекайте меня, я делаю перерыв. Это я. 11 и 12 июня. Юля, на ля-ля-ля-ля-ля. В ночном клубе «Пикап» на Адмиральском проспекте 33А произойдет феерическое шоу. Давайте при участии моих любимых подружек из города Харькова, Каролины Дубош, Дива Кристал. Приходите, вы не пожалеете. Это будет настолько феерически бесплатно, что я не знаю, мои каблуки не выдержат этого. Ну и, конечно, для вас до 11 часов, то есть до 23:00. Вход совершенно бесплатный. Приходите, мы вас будем очень сильно ждать. Или я ждать, или они ждать. Все будут вас ждать. Приходите.